открыли две студии. Здесь, на Сергатской стороне, вторая студия у нас в Озерках. То есть у нас в перспективе, что мы за несколько лет должны нарастить количество студий около 30 в Петербурге. Подготовлена франшизная программа как для наших питерских партнеров, так и для, региональных. У нас помещение в собственности. А вы специально их выкупали именно под этот проект? Нет, еще по старой деятельности я как бы выкупил. Мы долго думали, чем как бы сказать заняться. То есть, ну, открывать очередной магазин в городе, и так их уже много. Ну, не хотелось, честно, там торговать алкоголем или чем-то еще, как бы, да, открывать одну очередную какую-то едальню. Поэтому мы, вот, когда столкнулись с этой технологией, мы решили. Технологию мы привезли из Испании, то есть там она уже лет 5-7. Достаточно популярно, то есть эти маленькие студии открываются, люди очень охотно в них ходят. Общий бюджет открытия с ремонтом, со всеми как бы делами, это как бы в районе 2 миллиона рублей, 2 миллиона 400. Мы потратили больше, потому что, сказать, у нас было помещение от строителей как бы без ремонта. Как бы, да, мы еще здесь сделали офисную часть, поэтому у нас затраты больше. Я был директор компании Glass ZNR. Это компания, которая занимается стеклянными и металлическими конструкциями. И вы вот без кредитов это все делали на доходы? Мы делаем, да, на деньги акционеров. Это все деньги, это мои личные средства и средства моего партнера. Локация, проходимость, вот эти нюансы, так скажем. Потому что можно иметь свое помещение, но если неудобная локация, или проще взять помещение в аренду, как бы, да. Потому что если не будет большого потока людей, собственно, помещение, человек экономит как бы на арендных платежах, но вот затраты на привлечение как бы клиентов в данное помещение будут намного выше. Вот сейчас проходит режим такой как бы релаксации, массажа как бы. То есть после тренировки человек лежит, получает такие точные импульсы воздействия. Тренировка длится 20 минут. Человек одел жилет. Одел шорты, подключается к машине, делает несложные упражнения, но в процессе выполнения упражнений компьютер автоматически подает как бы миостимулирующее воздействие. Вот жилет, это шорты. То есть в комплекте с машиной у нас поставляется как тренировочное белье. Это 4 вида, 4 размера типовых жилетов, 4 размера шорт. То есть на одном в центре, как правило, операционных сотрудников в день двое. Один тренирует, и девушка, которая занимается тренингом, заключает договора, принимает звонки, сам то есть такой план. Вот это мастер-ключ, он сейчас задает общие импульсы, выставляется время и выставляется сила как бы воздействия в процентном соотношении. Пошло воздействие импульса? Конечно. Сейчас горячее. Ой, ой. Сильно? Нет, неожиданно. Сейчас самый приятный режим, грубо говоря. Лежишь, ничего не делаешь. Увеличивает лимфодренаж, сбивает целлюлит, как бы такая волна. Как бы.